Вот уже и осталось всего несколько недель до того момента, как все огородники пойдут сажать озимый чеснок. Поэтому необходимо заранее, примерно за месяц до сроков посадки, позаботиться подготовкой грядки, чтобы почва успела осесть. А как же быть с семенами? Вариантов здесь может быть два. Либо выращивать семенной материал самостоятельно, сажая бульбочки из года в год, или же, как поступает большинство огородников, высаживать на грядку сразу зубчики, вызревшие в луковицах в этом году. Итак, на что же стоит обратить внимание при отборе луковиц чеснока на семена? Если вы покупаете чеснок на семена в обычном магазине или на рынке, то очень рекомендую вам поинтересоваться, откуда этот чеснок был привезен. Ведь для получения хорошего урожая чеснок на огороде следует сеять только районированный. Следовательно, если купленный вами чеснок из супермаркета был привезен откуда-то с югов, а вы проживаете в средней полосе, то вряд ли вы получите отменный урожай, ведь районированный чеснок лучше приспособлен к погодным условиям именно вашего региона. Со своим чесноком все намного проще. При выборе посадочного материала обратить внимание нужно на качество луковицы, а именно на форму, размер и, что самое интересное, на число зубчиков в головке. Существует мнение, что чем меньше зубчиков луковицы, тем они крупнее, а значит более предпочтительны для посадки. Между тем, это не совсем верно. Если, например, 4 зубчика в головке – это норма для конкретного сорта, то да, конечно, такой чеснок можно смело сажать. Но если нет, то лучше отложить такую луковицу в сторону, так как уменьшение количества зубчиков луковицы указывает на предрасположенность сорта к вырождению. Средний показатель у большинства сортов – это от 5 до 7 зубчиков в головке. Также чеснок должен быть здоровым, без признаков увядания и болезней, а также среднего размера. Мелкие сажать не рекомендуется, так как очень велика вероятность, что из мелких семян вырастет такой же мелкий чеснок. Большинство огородников предпочитают сеять самые крупные зубчики. Но это тоже не совсем правильно, так как доказано, что крупные зубчики легче поражаются болезнями. Поэтому, выбирая размер зубков, нужно придерживаться принципов золотой середины. А также из белых и фиолетовых сортов следует отдать предпочтение вторым, так как они неприхотливы к погодным условиям, морозостойки и более устойчивы к грибковым заболеваниям. А какие у вас есть секреты по выбору семян озимого чеснока? Поделитесь ими, пожалуйста, в комментариях.